sensational. Getting closer. Captain Marvel. The Scorpion touch. Oh my God, an insane. Eriksen. Oh, what a strike. For the top. К представлению комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Чердан. И Константин Генич. Вашему вниманию прямая трансляция Ла Лига. Комментаторы сегодня Константин Генич и я, Георгий Черданцев. Англия в прямой. Всем привет из Лейпцига. Здесь сегодня большой футбол. И, как и везде в Германии, обязательно соберется полный стадион. Лейпциг с первых минут вышел на поле в следующем составе. В воротах Гулач. В защите Упамекану играет с Орбаном. Кампель начнет с Абицером в центре полузащиты. По замыслу тренерского штаба, три нападающих. Это необходимо и достаточно. Смело, дерзко, серьезно. Посмотрим, что из этого получится. На экране стартовый состав гостей. 4-3-3 сегодня у них. Отличная тактика. Мне кажется, они сегодня сыграют в атаку. Начинается наш матч, и вместе с ним стартует групповой этап Лиги Чемпионов. Нкунку. Гости сегодня одна из тех команд, которая предпочитает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч и навязать свою игру. Ведь для такого футбола нужна очень серьезная готовность. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Getting closer. Captain Marvel! The Scorpion touch! Oh my God, an insane! Eriksen. Oh, what a strike! For the top! Oh my God! What a goal! It's incredible! К представлению комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Чердан. И Константин Генич. Вашему вниманию прямая трансляция Ла Лига. Комментаторы сегодня Константин Генич и я, Георгий Чердан. Англия в прямой. Всем привет из Лейпцига. Здесь сегодня большой футбол. И, как и везде в Германии, обязательно соберется полный стадион. Лейпциг с первых минут вышел на поле в следующем составе. В воротах Гулач. В защите Упамекану играет с Орбаном. Кампель начнет с Абицером в центре полузащиты. По замыслу тренерского штаба, три нападающих. Это необходимо и достаточно. Смело, дерзко, серьезно. Посмотрим, что из этого получится. На экране стартовый состав гостей. 4-3-3 сегодня у них. Отличная тактика. Мне кажется, они сегодня сыграют в атаку. Начинается наш матч, и вместе с ним стартует групповой этап Лиги Чемпионов.